Итак, ребят, всем привет. С вами Седой Копатель. Мы во овраге, мусорном овраге, где мы копали в прошлый раз металлолом. И я решил вернуться и добить. Ну, грубо говоря, добить здесь еще много, ходить не переходить. Основная масса находок у меня была там. И там я выбивал в прошлый раз. Фух. Итак, хожу я сейчас по старым ямкам, которые оставил комрад. Вот видите, ямка, 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 в ямка, в ямка, и все в ямках. И теперь я хожу среди ямок, собираю металлолом, который он не достал. Ну, не знаю, может быть, металлоискатель у него слабенький или что. Ну, не знаю, куда слабее Аськи с маленькой катушкой для шурфа. Я достаю вот такие вот вещи. Между прочим, это была старая ямка. Если вы видите, вот на углубление старые ямки. И я ее проверил. И вот такой вот толстый. Смотрите, толщина толще пальца. Кольцо. И я как бы собираю это все дело в волокушу. Да, здесь металл мелкий, как вы видите. Но он маленький. И, зараза, тяжелый. Шестерни всякие, валы. В общем, от гидранта, по-моему, такая хрень здоровая. Вот, в общем, приятно тем, что он мелкий и тяжелый. Вот, я прошелся, ну, сколько я копаю, наверное, минут 30-40. Здесь вот прошелся, потом туда прошелся. И вот обратно возвращаюсь. Вот, но факт в том, что овраг, ребята, все находится в центре оврага. Это означает что? Означает, что по ходу сверхов скатывали или сбрасывали все это, закатывалось до низины и оставалось. Нужно будет еще, наверное, вот эти вот холмы пробежаться. Короче, копать не перекопать. Буду доволен, если две полных таких волокуши сегодня наберу, и будет зачетно. Ладно, все хорошо, мусора предостаточно. Вот видите, да, здесь вообще жопа полная. Ну и тяжелый металл тоже попадается. Вот такую вот хрень вытащил. Тоже тяжелая достаточно. А толщина металла, смотрите, какая. Если посмотреть, толщина с два пальца. Вот такие вот у нас вот пирожки закопаны. Хорошие пирожки. Там я вообще еще не ходил. Там центральная часть оврага. Ой, центральное начало оврага. Посмотрим. Итак, ребят, продолжаю топтаться по копанному месту. И среди копанного старых ям пропускают достаточно большие вот такие вот хреновины. Какой-то какого-то рычага. Ну, такая приличная, тяжелая. Ну, так что прям вот, ребята, вот стою в старой ямке. Вот на старой ямке. Прозванивайте после того, как сигнал выкопаете. Прозванивайте. У меня вон там он был такой случай. Выкопал цепочку и закопал. И потом что-то раз. Металлоискателем прохожу, а там дальше сигнал. И потом еще шестеренка выпала. Вот, так что нормально. Нормально. Вот старые ямы кругом. И как бы наша волокушка. Вот цепочка. Шестеренки где-то здесь. Все. Камеру, наверное, буду с собой носить, чтобы снимать вам. Че, откапываю интересное. Только интересное. Всякую жбанину. Типа какие-то шайбочки, гвоздики, как некоторые снимают. Не буду. Только такой приличный металличек. Ну, глобального здесь ничего не будет, я так понимаю. Вот, так что будем по мелочи, но по тяжелые приятные мелочи.
Итак, ребята, снова прямо около Волокуш. Ямка, ямка. Стою в старой ямке. И вот здесь вот чего-то. Давай-ка я все это выкопаю, а то камера мешает. А, ну да. Вот такая вот хреновина. Ну, нормально такая. Да? Пойдет. И глубоко. Где-то порядка 45 сантиметров. Лопата у меня 43. Так, нормально. И снова, ребят, копаю в старой яме. Вот. Ну, углубление видите, наверное, да, старое образование. И вот сейчас я в онлайне постараюсь это все заснять. Что это такое? Видите, да, лопата проходит полностью. То есть прям на грани Аська цепляет. Сигналы некоторые. Я делаю копок. Потом проверяю. Вот видите, таким вот ударом проверили. Ну, не особо что-то большое. Но это... А, я вам такое кольцо уже показывал, которое толщиной с палец. Ну, нормально так она весит-то, блин. Килограмма 3. Так, повторюсь, металл у нас сейчас немного поднялся. 24 рубля. Вот. Медь 715. У меня медь, латунь припасена. Вот. Говорят, подымется еще. Вот, так что будем ждать поднятие, и только тогда будем цветной металл сдавать. Ладно, Асечка работает безупречно. И вот хожу вот прям вот по этим старым копанным местам. Итак, ребят, пошли глубокие сигналы. Здесь металл лежит. Я его засыпал. Глубина. Ну там, судя по звуку, где-то, наверное, лист железа какой-то объемный. Но глубина больше метра. Я стоял где-то по яйке. И еще он туда дальше был. Вот. И здесь тоже сигнал глубокий. Сантиметров 60. Вот, и сейчас посмотрим. Надеюсь, это не труба, а вал. Вон она появилась. Сейчас возьмем. И это у нас... Так. А, это какой-то вал, да. Хороший валик. И это не труба, а вал. Видите, да, здесь шестерни с этой стороны. И здесь коническая шестерня. Так что нормальная вещица. Не зря копал на 60 сантиметров. Хорош, хорош, хорош. Сейчас, наверное, еще один сигнал откопаю и чаек заработал. Итак, говорил, ребят, чаек попью, найду сигнал. Но это зараза засасывает, когда сигналы прут и прут. Здесь вал, вон он. Здесь у меня похоже на лемех. Вот, потом еще один вал отсюда. Копаю я, видите, на проезжей части дорога. Причем она, оказывается, была старая. Этот овраг давно уже. Еще когда вот такие вот... тяги ходили. Смотрите, это подкова от коня, лошади, как ее назвать, от тяжеловеса. Вы только посмотрите, какое огромная подкова. Офигеть. Да уж. Смотрите, больше, чем моя ладонь, блин. Это вам не пони. Ладно, перекур. Итак, ребят, давайте, пока
У меня перекур, чаек. Вы тоже чаек давайте берите. Минут на 5 пообщаемся. А, с ромашкой, ребята, вкуснятина. В общем, хочу с вами поговорить по тому случаю, что многие, наверное, скажут: Саня, ты вот копаешь, здесь копано уже. Металла немного. Да, немного. Как бы добиваю, хочу выбить его полностью, чтобы сюда больше не возвращаться. Это раз. Во-вторых, металл тяжелый. Маленький, но тяжелый. Шестеренки, валы. И это два. В-третьих, эпицентр здесь находится весь во враге. То есть не надо блуждать километры, накатывать бензина, там искать различные тракторные станы. И здесь нормально, как тракторный стал. Все железо, вот именно тяжелое тракторное. Вот, это 3 или 4. Ну ладно, не буду пункты обозначать. Вот. Следующее хочу отметить. Здесь территория кругом частная. Здесь даже и таблички висят. Да, это уже по закону. Табличка висит, частная собственность. Если вы на эту частную собственность зайдете и вас поймают, будут проблемы. Проблемы в лучшем случае, если вас нахуй пошлют. Вот, в худшем случае вызовут сотрудников полиции. Следующее. Овраг. Это ничье. Мусорка. Лишних глаз нету. Вот. И это большой плюс. Спокойно копаешь, получаешь удовольствие, дышишь свежим воздухом. Вот. Так что вот такую демагогию я развел. Почему я зациклился на этом месте. Добью его полностью и поедем на новые места. Дабы у нас в регионе их предостаточно. Куда бы я ни приехал за металлом, кругом металл. Металл, металл, металл. Только собирай. Вот, так что вот так вот. Чаек. Хорош. И коп. Пока удачно. Вот, так что продолжаем. Солнышко у нас еще. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, сколько. Часов только 9. 9, наверное. Так, сейчас посмотрим. Сколько уже у нас времени? 8:30, ребята. Время только 8:30. А я как бы уже металл нормально накопал. Доволен этим. Покопаю, наверное, до обеда. И потом на нашу ферму. Вот, на ферму тоже подписывайтесь. Седой в деревне. Вот, там тоже будет много достаточно материала. В основном связано с садоводством, с фермерством, со строительством. Вот. Я как бы рукожоп, но все делаю сам. В целях экономии бюджета. Вот. Я знаю, таких рукожопов много по стране. Могут и как бы подписаться. Так, ладно. Будем делать то, что я очень хорошо умею делать. Копать. Искать. Ну, копать могут, наверное, все. Правда, это тяжеловато. Все, погнали. Итак, ребят, вон там я походил. Где-то, наверное, около часа. Металл там хреновый. Вот, лучше притащил. Встречаются вот такие вот куски металла. Тройка, четверка. Вот именно куски, обрезки. Ну а так всякая фигня. Ничего тяжелого такого нет. Ну, 20 кг, может быть. Может, чуть побольше. Сейчас вдоль вот этих вот деревцев пройдусь туда вот до конца. И туда тоже, до деревьев. И этот участок будет мной закончен, то есть выбит. Ладно, пошли копать. Итак, ребят, на этом я, наверное, буду заканчивать. Время как бы подошло к обеду, 12 часов. В общем, покопали 5 часов, да? Да, 5. И все, как бы потихоньку, полегоньку, не надо переутруждать себя. Копание металлолома — это всегда сложно, тяжело.
особенно в преклонном возрасте, да? Вот нам уже преклонный возраст, да. В общем, покопали неплохо. Набили вот такое количество металла. Снизу как бы такой хороший, маленький, но увесистый. Вот, и здесь тоже этот металл, который я накопал, я вам не снимал. Нарвался на лемехи. Ну, лемехи такие, знаете, плуги маленького размера. Ну, так, в принципе, нормально. Нормально. Вот. Килограмм, наверное, я не знаю, вам виднее. Килограмм 150, это точно. Может быть. Ну, нормально, по нынешним меркам это хорошо. Вот, повторюсь, копали мы во овраге, который уже давно использовался, но все равно местные жители сюда как бы мусор свозят. Вот такой вот. За территорией деревни. И все равно мы что-то на нем находим. Так что все. Металл я сегодня в этом видео сдавать не буду. Вот. Привык уже прицепами сдавать. В этом году уже два прицепа сдал. Один на 11600, другой на 7500. Вот так что пойдет. Вот, а сейчас все. Пока, до новых встреч. Я думаю, следующее видео будет уже на копе. По старине, возможно. Да, экспедиция ждет в Ульяновск. Хорошие места. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Хорошие места. Так что все, пока, до новых встреч.